В детском саду номер 52 праздник. Они участники проекта «Реальные дела». Благодаря этому теперь у них вместо ржавых конструкций яркая спортивная игровая площадка. Такой игровой комплекс позволит детям развивать ловкость, гибкость, расти здоровыми и сильными. Наши прогулки теперь проходят очень весело, забавно. И физкультурные занятия на свежем воздухе в наступающем новом учебном году, я думаю, будут проходить еще большей пользой для организма, растущего организма наших детей. На приобретение и установку было выделено 119 тысяч рублей. Реализация проекта осуществлялась при активном участии и родителей. Пожелания пап и мам были учтены и внесены в проект. Появление новой игровой площадки радует всех участников. Я от себя лично хочу очень поблагодарить всех людей, которые вложили в труд усилия в создании вот этой детской площадки. От себя, как вот от отца двоих детей, я вдвойне рад, что такая площадка появилась, что вот за последние 2 года наш детский садик заметно преобразился. Все очень здорово. У меня 2 детей посещают данный сад, и мы очень довольны, что мои дети смогут выходить на прогулку, гулять, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и приобретать навыки спортивного характера. Они также лазят и очень довольны. Хорошо, конечно, детям есть где теперь порезвиться, а то здесь раньше до этого ничего не было. Одна беседочка вот. И все, и песочницы. Благодаря инициативе родителей и проекту мечты детей сбываются, а детские сады становятся ярче и безопаснее. Лилия Шаниязова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».